Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев, и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы разберем уходовые средства для мужчин от нашего бренда. Ну что ж, друзья, погнали. Когда речь заходит об уходе за собой, почему-то многие мужчины этого сторонятся. Ну и он на... Короче. Но сейчас тенденция, конечно же, меняется, и все больше парней начинают за собой следить. Делают маникюр, следят за кожей на лице, следят за кожей на руках. Это очень и очень важно, друзья. Почему? Потому что в современном обществе встречают по одежке, как говорится, и женщины обращают внимание, и на собеседовании, куда вы придете устраиваться на работу, тоже на это будут обращать внимание. Ну и в конце концов, мы как мужчины, кого нам еще любить, кроме как не себя? И мы себя должны любить и за собой ухаживать. И мы решили выпустить уходовые средства для мужчин. Линейка будет еще расширяться, и сейчас я представлю вам то, что уже есть в наличии, что вы можете приобрести по ссылочке в этом видео. Ну что ж, друзья, открывает нашу подборку крем для рук. Крем для рук на самом деле должен быть в арсенале любого парня. Почему? Женщины обращают внимание на руки. Руки часто сушатся, часто лопаются, часто мы что-то ими делаем. Многие парни не носят перчатки. Кожа на руках становится грубой. Согласитесь, когда вы обнимаете женщину, и вот у вас такие вот эти руки заскорузлые такие, это не всегда круто. Да и самому для себя на самом деле это приятнее. Бывает такое, что у некоторых парней кожа лопается прям сильно, так что аж начинает кровить. И помимо витаминов и всего остального и консультации с врачом, очень важен именно уход и питание за кожей. Какая проблема чаще всего сопровождает почти все крема для рук? Ты нанес его на руки, растер, и у тебя жирные руки. Ты берешься за руль, ты берешься еще за что-то и оставляешь жирные следы, либо вот так вот ходишь просто с ними, как Франкенштейн, ждешь, пока все это впитается. Мы это избежали. Крем очень легкий по текстуре, обладает приятным запахом. Скажу честно, мы его поставляли в фитнес-клубы, многие клиенты у нас им пользуются, и все отмечали, что он очень быстро впитывается, не оставляет жирности и обладает очень приятным запахом. У нас покупают его и женщины, несмотря на то, что написано for men. Women. Его очень сильно любят почти все. Крем получился на редкость удачный. Я крайне его рекомендую. Маленький, удобный флакон, стеклянный, можно брать с собой в поездку, можно кинуть в бардачок в машине. Нанесение буквально несколько секунд. Кстати, о нанесении. Немногие знают, как правильно наносить крем для рук на руки. Чего? Как делают большинство парней. Они берут крем и вот таким образом в ладонь его начинают выдавливать и наносить. Так делать не надо, друзья, это неправильно. Для начала наносим его на тыльную сторону ладони. Только потом растираем его и уже начинаем растирать в ладонях. Так наносится крем. И вот сейчас, кстати, я нанес крем, растер его, и руки не жирные. Руки просто увлажняются, раздается приятный запах, и это очень круто. Я крайне рекомендую этот продукт тем, у кого есть проблемы с кожей, или тем, кто хочет его избежать. Мы переходим с вами к следующему продукту. Следом в нашей подборке гель для душа. Несмотря на обилие гелей для душа, подобрать для себя подходящий зачастую проблема. Почему? Есть популярные бренды, которые стоят в каждом супермаркете, в каждом магазине у дома. Вы его покупаете и, как правило, за там 400-500 рублей, да даже за 300 рублей его хватает времени на неделю, если мыться два раза в день. Почему? Он вроде бы хорошо пенится, но его нужно много и все равно он тратится. Некоторые гели для душа обладают довольно сильным запахом, который потом конфликтует с нашим парфюмом, и выветрить его довольно тяжело. Соответственно, на вашей одежде перемешиваются запахи. Это уже не в какие ворота, блин! Конечно, приятнее мыться, когда есть какой-то запах, да, что ты не просто мылом натираешься, но тем не менее, он должен легко выветриваться с кожи. Мы создали именно такой гель, в котором запах приятный, он не резкий, он довольно мужской, терпкий запах, но он выветривается с кожи очень быстро. Так что вы помылись, буквально проходит там 5 минут, и уже только очень близко к коже можно его унюхать. Еще мы добавили сюда увлажняющие элементы. И что это значит? Для ребят с сухой кожей, особенно зимой, когда отопление включается в домах, это будет спасением. Бывает такое, что вода в некоторых районах города или в некоторых городах, она очень жесткая. И, соответственно, что нам это дает? Вы помылись, и кожа как будто стянутая, как будто сухая. Вы вечером лежите в постели, может быть такое, что где-то что-то зудит, где-то что-то чешется. После данного геля таких проблем быть не должно, друзья, потому что он увлажняющий, он питательный, и, соответственно, кожа будет чувствовать себя нормально. А в наши дни это уже немало. Это не какой-то крем, это просто гель для душа, который сильно облегчает вашу жизнь, и к тому же его можно приобрести просто по ссылке в описании. Ну что ж, друзья, мы будем расширять линейку. Напишите в комментариях, какие средства, по-вашему, нужно выпускать для мужского ухода за собой. Мы обязательно прочитаем эти комментарии, и вполне вероятно, что вы станете решающим голосом в том, какое средство выпустить. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, и до встречи в следующих выпусках.